Узелки с нутеллой смотрятся эффектно и вполне могут заменить традиционные пирожки. Такие узелки скорее для праздничного стола, нежели для будней. Для праздников они идеальная закуска и десерт. Не могу сказать, что фило – мое любимое тесто для приготовления. Все кажется немного хлопотным, пока не начнешь делать, зная, что и как нужно делать. Есть два главных правила в работе с фило – до конца разморозить тесто и не давать ему высохнуть. Иначе тесто будет ломаться и крошиться. А дальше – поле для фантазии. 1. Смешайте яйцо и воду. 2. На квадратик теста намажьте шоколадную пасту. 3. Смажьте края теста яичной смесью, заверните его в конверт. 4. Сформируйте узелки со всеми кусочками теста. 5. Вскипятите масло в небольшом сотейнике. 6. Обжарьте узелки в кипящем масле. 7. Перед подачей посыпьте узелки сахарной пудрой.